Согласно законодательству, в каждом муниципалитете должны проводиться публичные слушания по исполнению бюджета за прошедший год. В Ленинском районе традиционно в апреле представители администрации информируют население о том, куда и на что тратили средства, а также о том, откуда поступали деньги в казну. Бюджет у нас по доходам составил консолидированный 7,8 миллиарда рублей. Это очень значительные цифры. Из них 3,8 миллиарда рублей – это собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района. Доходы бюджета собственные у нас растут. Мы в 2016 году получили в консолидированный бюджет доходов на 243 миллиона больше к уровню 2015 года. Почти все налоговые доходные источники у нас имеют тенденцию к росту. Что касается расходной части, то здесь ситуация почти не изменилась. Все так же львиную долю, а это 51%, выделяют на образование. И этому есть объяснение. Система образования Ленинского района – самая большая сеть организаций по сравнению с другими муниципальными системами. Средства расходуются на реализацию государственных программ школьного и дошкольного обучения, на строительство и реконструкцию учреждений, компенсацию стоимости питания, обеспечение безопасности. Те улучшения условий, это результаты, конечно, и улучшения значительного качества предоставленных образовательных услуг, которые выражаются в результатах обучающихся и в тех результатах, которые достигают наши образовательные учреждения, участвуя в различных топах, в конкурсах и так далее. За счет передачи части полномочий поселений в районную власть удалось значительно увеличить расходы по всем муниципальным программам, повысить заработную плату работников бюджетной сферы, сохранить все расходы на социальную политику. Фактически исполнение по программе культуры составило 457,9 миллионов рублей, в том числе за счет средств Ленинского района 98,3, за счет средств поселений 163 и средств Московской области 196. Помимо собственных налоговых доходов, казна Ленинского района пополняется за счет безвозмездных поступлений от бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Здесь речь идет о реализации государственных программ, а также от субсидий из города Москвы. Все это позволяет свободнее тратить средства на необходимые для жителей муниципалитета задачи. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.